Привет, вот я снова тут, друзья, ребята, это Сбербанк. Как вы видите, такой дебилизм я здесь обнаружил, видите, скотчем залепили, чтобы не дуло, новые окошки. Хотя тут резинка есть, не понимаю. И окошко, здесь душно, как бы вентиляции нету, есть обогрев, банкоматы греются. И вот наверху, видите, крючки, два крючка мешают. И там вот этот вот изолятор, вот этот, прокладочка, кстати, видна. И вот такие, типа и начальники дебилы, и работники, да, крючок, реклама, вешай, а окошко потом не открыть. Так что государство всегда вот так будет. Хоть и миллиарды, триллионы у него денег, да посрать ему на вас. Это часть государства. Ограбить вас и убить. Никогда ничего не наладится при такой схеме. На этом всем спасибо, пока.